Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы и Всадники Олуха. Наконец-то у нас закончилась постройка нашей дровницы. Ну что, 750 миллионов она готова в себя вместить? Слушай, а что нужно для того, чтобы прокачать следующий уровень? А, 7250 викингов? Одуреть просто. Ребята, это очень много. Это сколько нужно домов сделать? Ё-моё. Так, ну что нам здесь выпадает? Ну, понятно, тусклый янтарь. Ладно, так, Беззубик, мы тебя, наверное, дальше отправим. На поиски кого только надо определиться. Ну, тут, в принципе, дофига, кого можно искать. Давай вот, например, Постигниль. Мне нравится Постигниль, как выглядит, поэтому пускай он летит его и ищет. По-моему, Постигниль у нас есть. Отправил искать того, кто у нас есть. Хотя он был закрыт. Значит, не было его у нас. Так, ну что, Громгильда здесь нам даст. Ага, руночки, да? Сколько там рун? 18. То есть ты окупила, да, свое приключение. Так, долети дальше в Драгоний край. Так, Кривоклык, ну а ты что подкинешь нам? Ну тут два варианта. Либо яйцо, либо тусклый янтарь. И это получается тусклый янтарь. Понятно. Ну что ж, тоже полетишь у меня в приключение там, в пограничную пещеру. Так, Барсик, лети. Сарделька нам дает тусклый янтарь. Окей. Лети там, отпор делай бесплатно. Так, с этим разобрались. Тут у нас выпадает шестеренка. Так, этих сразу же, ребята, забираем ресурсы и сразу отправляем на поиски этих же ресурсов. Теперь у нас дровница большая, 750 миллионов может себя вмещать. Так что... Так, сколько нужно? 212. Не хватает чуть-чуть. Сейчас насобираем и отправим его за железом. А тут обмен. Никакого я обмена здесь не хочу делать. И здесь то же самое. Сезонный абонемент. Ага. Сколько там? Через 7 часов, ребята, закончится у нас благословение, как ты видишь. Награды. И мы с тобой еще 500. А получается 640, да? Блин, а нам нужно 720, чтобы открыть, например, еще один этот. Но если, например, активировать премиум пак, то здесь можно, ох, сколько наград забрать. Но это уже поздно, ребят. Под конец сезона никому бы не советовал активировать пак. Так, монетки. Шторморез, крылатый ужас, дымодышащий. Так, забрали монетки. А здесь нам выпадает Пристиголов, Шипорез, Сарделька. Прикинь, Сарделька выпала нам. Это очень редко бывает, когда из загадочного пака тебе выпадает Сарделька. Так, ладно, здесь забрали. Давай пройдемся по нашим легендарным драконам. Спасибо. Продолжайте поиски, не будем вас отвлекать. Так, погоди секундочку. Что это за штука тут появилась ненужная нам? Так, вот здесь заберем. Давай-ка бесплатно лети. А это что мы с тобой... А, мы же здесь что-то ставили, дерево. Так, зеленая тень. Забрали. Дальше его отправляем тоже на поиски. Здесь чисто по рыбе, да? А ребята у меня прикалываются. Ну тогда отправляем их. Окей, тоже лети за рыбой. Так, сколько? 360 тебе нужно? Блин, не хватает. Пускай они пока все будут собирать ресурсы. Так, ловушка лом. Давай-ка мы тебя покормим, наверное, и... Не хватает.
Не хватает древесины даже, чтобы его прокачать. А вот теперь хватит. Пускай летит, тренируется. Кстати, а мы с тобой кого тогда в прошлые разы прокачивали по уровню? Блин, а я уже и не помню. Кого-то мы прокачивали. Так, блестящий янтарь. Опять, ребята, артефакты. Не было же, вот не было, мы играли сколько дней, не было никаких артефактов, опять появляется, видишь? Так, найти письмо, где оно там у нас, вот. Нашли, забрали. Так, давай посмотрим еще внимательно, все ли мы сделали. Угу, вот у нас уровень получил. Громобой необычный, он получает 103-й. Так, подожди, а мы вообще для чего их прокачиваем? Нам нужно... Так, тут у нас еще, кстати, пак. Надо его открыть. Шторморез, крылатый ужас, громобой, защитник. И набить, кстати, нужно паки нам. Так, ребят, я, наверное, сейчас все-таки перезайду в игру. Ну ты посмотри, прямо на глазах появляются. Да, пожалуй, так и сделаем. Ну что, я перезашел, вроде бы все исчезло, все стало нормально. Так, ну а мы двигаемся тогда на события, которые нам нужно сегодня допройти, потому что осталось всего лишь 20 часов. Если я сегодня его не пройду, я уже не пройду вообще. Поехали. Происшествие осквернения святилища. Кстати, будет неплохой шанс нам еще набрать здесь немножко рыбы и древесины, потому что мы будем после каждого поединка крутить рулетку. Так, поехали. Тут у нас три волны. Давай-ка, наверное, сразу вот так вот сделаем. Надеюсь, игра сегодня вылетать не будет, потому что нам в любом случае придется еще потратить руны для того, чтобы пройти события за одну заходку. Так. Атакуем. Надо посмотреть, смотри, смотри, что делает, а? Вот змеевик. Ладно, ушатываем его. На второй волне... Блин, скалотряза надо как можно быстрее вырубать. Я не собираюсь, чтобы он тут сейчас нас по два укуса делал. И плюс вот этот фейербольщик. Мне кажется, или я не слышу... Да, действительно, почему-то не слышно звуков борьбы. У нас из крайности в крайность. То музыка исчезнет, да? То теперь звуки боев пропали куда-то. Так, добить сможем? Сможем. И последняя, третья волна. Здесь у нас, я вижу, костолом и ветрокрыл. Пойдем, наверное, с тобой вот так все-таки сделаем. В первую очередь будем атаковать костолома. А ветрокрыла уже опосля. А возможно, даже мы сделаем немножечко по-другому. Этих мы с тобой вот так вот добьем. Ну, а ветрокрыла будем брать в слепоту и уже потихонечку разбирать его. Так и безопаснее, да, для нас. И будет больше от этого эффекта. Все, пускай он пока в слепоте там будет. Он будет накапливать себе энергию, естественно, использовать ее. Так. Единственный дамагер, который хорошо его пробивает, это, конечно же, кривоклык. Потому что он красный, он как раз против стражи идет. А вот мы и дождались. И хорошо, что он ослеплен. Иначе мы тут получили бы опупенный урон, поверь мне. А так его просто не выпускаем из этой слепоты. Там викинги, что там танцуют? Эх, недовольный. И этот маленький костолом стоит, да, там? Наблюдает. Причем арена, они стоят, ладно, вот эти вот ребята, правильно, они делают за ареной, как бы, да? А эти прям на арене стоят. И не боятся же, а вдруг что-то пойдет не так. И же может и раздавить, и еще что-нибудь. Ладно, в общем, ребят, здесь мы победили в этом бою. Но давай посмотрим, что нам здесь будет выпадать. Прилив сил. Вообще нисколечко не возражаю. Очень даже круто. И забираем... 1000 тусклого янтаря. Окей. Так, двигаемся с тобой на обычный поединок. Кстати, раз, два. После него мы уже заберем с тобой
2000 рун. После вот этих двух поединков. Ну что же. Слушай, а тут две волны. Теперь смотри, теперь исчезла музыка. Зато звуки боев остались. Что с игрой происходит, не пойму. Так, ладно, сейчас мы их уничтожим. Смотрим, вторая волна. Там кто у нас? Ага, Громль. Зачем я его стал атаковать, когда надо было... Надо было не так делать. Че, вообще музыка... Вообще все исчезло, что ли? Все звуки. Ребят, вообще все звуки исчезли. И музыка, и звуки боев. Нет, у нас вот такое бывает, когда мы играем в Юрский парк, да, у нас периодически может пропасть музыка именно в поединках. Я не знаю, с чем это связано, но она может пропасть. А в этой игре у нас пропадает и музыка, и битвы, и я не хочу, чтобы у нас где-то на последнем бое вылетела игра, понимаешь? Так, тихо, ребят, тут что-то уже совсем не до шуток. Что они творят? Что они себе позволяют вообще? Какой-то конкретный... Конкретная атака на нас идет. Так, тихо. Что, опять фаер... Нет, фаербола не было. Нам бы добить как-то быстренько. Ах ты. Блин, сейчас будет фаербол, скорее всего. А, нет, он делает разбег. Крышка, да? Моему шторморезу. А как я без него буду-то теперь? Только лишь один вариант, ребята. Это вешать на него слепоту. И после этого его уже разбирать. Под слепоту, естественно, он ничего сделать не сможет. Ну, мы с тобой не сможем нахинуться. Хотя, если он сейчас ничего не видит, атаковать по нам не будет. Мы его разберем быстренько. Давай, добиваем его. Вот и все. Ну, вот у нас и колесо. Давай крутанем. Плод мудрости. Замечательно. Так, ну что, двигаться дальше будем. Я, наверное, ребят, перезайду, что-то вообще музыка исчезла. Вся. Все звуки. Так, ну вот у нас и следующий, ребята, поединок. Это уже мини-боссик будет. Надеюсь, две волны всего лишь. Три волны, это плохо. Ну что, дымодышащий, начнем с тебя, пожалуй, пока. Так, он промахнулся. Громорок. Сделаем, наверное, вот так вот. Тут главное как можно быстрее и эффективно уничтожить противника, чтобы осталось у нас больше здоровья. А громорок все за свое, да? Так как это страж, с него, естественно, сразу же надо снимать броню. Только после этого можно будет его нормально и эффективно уничтожить. Не добили. Готов. Так, переходим на второй. Ого. Да ладно. Они троих поставили, прикинь. Давай, наверное, хотя бы так сделаем. Блин, по-любому фаербол от кого-нибудь получим. Ау. Эй. Может быть, завязывайте уже, ребята. Я на это не подписывался. Так, три энергии сейчас. Смотри, что творит, а. А, так они еще. Они мало того, что, ребята, они еще и понижают броню нам. А вот в чем фишкаль-то весь. Они наносят хорошую атаку, при этом еще понижают броню. Вот почему, когда фаерболы они делали большие, мы теряли очень быстро и много здоровья. Ой. И мини-боссы это именно вот они, да? Плюс тут еще и шепот смерти. Хорошо устроились, я вам скажу, ребята, хорошо. Сейчас мы этого в первую очередь, наверное, ушатаем. Попытаемся. Сейчас фаербол полетит. Ох, это не фаербол, ребята. Это уже целое натуральное пламя. Мы должны успеть с тобой, знаешь, что сделать? Хильнуться. Так. По-моему, барсику крышка, да? Нет, живет еще.
А, нам не хватает хильнуться, ладно. Сделаем так. Ну что? Раз. Раз, два. И хил. Блин, ты посмотри, не падает. Победили. Так, и дадут нам... Арендский пак содержит 5 элитных. Это полетело, что ли, в копилку ко мне? Или куда? Так, 100 рун мы забираем, и у нас 3354 руны. Замечательно. Так, идем дальше. Это обычный поединок, потом опять мини-босс впереди нас будет поджидать. Один? Он один здесь? Но 3 волны, ребят. Значит, вторая или третья волна будет слишком жесткая, потому что здесь дали всего лишь одного противника. Это неспроста. Это неспроста. Что он будет делать? Понял. Здесь начнем, естественно, с костолома. Ой, с костолома. Со скалотряса. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Хильнуться успеем. Энергия, слава богу, есть, так что... Кого? Естественно, все достается Барсику. Шикарно. Ну. Раз, два. И... Ну, давай, наверное... Да просто добьем. Так, ну тут вот у нас кто? Шепот смерти и опять же пристиголовый. Раз, два сюда. Плюс сделаем отхил. О, я хотел отхил. Почему ты атаковать стал? Эй! Странно все это происходит, ребята, иногда. Сейчас что-нибудь сделает. Слава богу, обошлось. Так, залечились. Два. Еще хильнемся. А, ну это все, ребят, это же последняя волна. Тут можно и расслабиться. 112 миллионов древесины. Что-то не очень много на самом деле. Ладно, это закрываем. Забираем с тобой обычный загадочный пак и переходим на мини-босса. И вот нам как раз придется делать откат для того, чтобы дойти до босяцкого. Потому что энергии не хватит, к сожалению. И будем надеяться, что игра не вылетит на боссе или здесь. Потому что тогда придется еще больше делать откатов. А это, соответственно, тратить руны. Так, ну здесь 3 волны, слава богу, поехали. 2 пристиголовых. Так, один фиол, другой синий. Синий по приори разбирается быстрее, чем фиол. Надо было с них, в принципе-то, начинать. Что-то я немножко... Ступил, если честно. Ай-яй-яй-яй-яй, не добил даже. Барсик, Барсик, сейчас тебе, по-моему, тут наприлетает. Ну что, хиляемся. Само собой. Надо восстанавливать здоровье. Блин, сейчас опять что-нибудь сделает. Так, переходим на вторую волну. Здесь опять же 2 пристиголовых. Не ходят первыми, оба причем. Что-то они все переключились уже на моего кривоклыка. Что он опять им там надел? Не угодил. Так, понижение атаки сделали. Видишь, что они делают? Они 2 раза бомбят, ребята, и сразу 2 понижения атаки делают на 2 драконов. Но хоть здесь он промахнулся. Так, я думаю, наверное, просто укусим и добьем. Третья волна. Тут мини-босс, да? Они оба. Тут громобой и... Так, дымодышащий. Зачем я этого... Не надо было этого трогать. Он зеленый, он страж. Его заколебаешься пока уничтожать. Давай начнем вот с этого. Так, понижает атаку. Делаем отхил.
Ну вот, теперь можно спокойненько разбираться уже с громобоем. Потому что этот нам мешаться не будет. Слушай, довольно легко он идет на разбор. Сейчас еще одну атаку и все. Да, неплохо. 187 миллионов дерева. Если честно, я думал, что мы здесь с тобой хапнем ресурсов. Но что-то не получается. Так, забираем пак и переходим уже на самого Босяцкого. Шторморез, древоруб, шепот смерти, громобой защитник, кривоклык. Кривоклык, по-моему, самый такой... Ага, вот, ребята, восстановить. Ну что, соточку заработали, 100 рун, 65 из них потратили. Все равно на 40 рун мы все-таки в плюсе получились. Несмотря на то, что потратили. Так, две волны, ребят, всего лишь две волны. Два босса. Естественно, с пристеголового начинаем, потому что он синька. Он из категории шустрых, хитрых. Так что надо его в первую очередь бомбить. Угу. А мы вот так сделаем. Блин, даже добить не смогли. На тебе, чтоб не мешался тут. Ну, а теперь, само собой, начинаем уже заниматься этим дракончиком. Поехали. Ну, костолом у нас на сломке. В принципе, он быстро разбирается на сломанной броне. Ай-яй-яй-яй, я сейчас кому-то... Твою ж, тудыть, да растудыть. Так, последняя волна. Ё-моё. Ё-моё, ребята, два... О, какой два? Три пристеголовых. Так, один синька. Да, я смотрю. Вот это надо так сделать. Два синьки. Два синьки, ребята, поэтому... Как-то нужно быстренько с ними разбираться здесь. Два синих, один фиол. Фиола будем уже в последнюю очередь, наверное, разбирать. Иначе они сейчас тут начнут своими фаерболами крушить. И все, и спасу не будет. Да, кривоклык по синим очень слабо бьет. А вот барсик со шторморезом бьет, конечно, очень хорошо. Промахнулся, и это хорошо, что он промахнулся, потому что у нас была броня пониженная. Ну что, добиваем. Так, ребята, здесь делаем отхил. Слушай, по-моему, мы это событие с тобой пройдем. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не вылетело, а то она может, ребята. Есть. Здесь нам достается древесина. Забираем. Ну и... награда. Это пак. Ну вот и все. Мы события прошли. Давай на почту зайдем, заберем. Так, содержит элитных. Шторморез, костолом, кривет, пристиголов, громобой, алая плеть и кривоклык. По-моему, кривоклык скоро уровень еще один получит. Это у нас загадочный пак. Тут монета Удина. Громль, древоруб, фонарез. Даже одно железо нам дали, а? Ты посмотри. Так, и вот он. Ну, этот пак мы с тобой уже неоднократно видели. Это серия испытаний, набор. Древесина, древесина, рыба, руны. И громль-защитник, который у нас есть. На острове нет места, он, короче, полетел у нас на склад. Так, ну что, события мы... А, у нас, погоди, у нас перебор с древесиной. Прям вот завалено все. Так, хорошо, давай мы с тобой отправим кого-нибудь. Не понял, что это здесь? Это кто? Это водорез? За сколько? За 25? Нет, я пока, наверное, водореза не буду отправлять. А где у нас... Так, этот... Во!
Шторморез, лети за железом. Лети-ка за железом. Так, а уже я еще хотел-то? Громобой. Громобой бы, конечно, тоже надо прокачивать на самом-то деле. Уже, ну, не хватает рыбы. Катастрофически просто не хватает рыбы. Домик улучшить. Требуется кузня 6 уровня. Вот так вот. Так, а чтобы нам вот здесь вот прокачать, нам нужны 18 драконов 124 уровня. Ой, ребят, я не знаю, это еще лет 10, наверное, играть. 12 драконов 124 уровня. Да куда? Это просто уму непостижимо, сколько здесь нужно всего. Че я ищу-то? А, я ищу, чтобы за счет древесины отправить за железом. Тут рыба. Кревет, ты за что? Ты у нас за рыбу, да? Только. Короче, не помню, ребят, кто у нас хочет. У нас... Вот, ветрокрыл. Вернись, лети за железом. Так, ну что, я предлагаю, ребята, наверное, еще набить здесь паки, потому что паки закончились. Открывать нам нечего, один поединочек сыграем, набьем себе пак вождя, ну и заодно накопим паков. Так, смотрим, кто у нас тут. О, малышок, клопышок. Начнем, наверное, с кривок... Ой, да, с кривоклыка. Тю. Громль тут своими фаерболами сейчас. Сделаем укусик. Понижаем броню. Добиваем. Что он сейчас делает? У него энергия, ребята. О-о-о-о. Я в первый раз вижу такое. Чего? 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 Ты видел? Просто сдуло. Моего штормореза просто сдуло ветром. Нифига у него суператака, ребята. Кстати, вот Громля нам надо было брать... Хорошо, что промахнулся. Нам надо было брать его в слепоту. Вот сейчас мы его будем брать в слепоту, если, конечно, выживем. Кстати, ты заметил, опять звуки боев куда-то исчезли. Да вот фигушки тебе. Пока ты слепой, ты ничего нам не сделаешь. И главное его не выпускать из этого состояния до его кончин, так скажем. Вешаем. Сейчас мы его добьем. Сейчас его кривоклык на один зубок, все. Так, ребят, ну здесь у нас вот такая команда вражеская собралась. Начнем, наверное, вот с этого, с Синьки. Не хочу, чтобы он тут выпендривался. Ух ты, как бомбанул-то хорошо. Опять у нас и музыка исчезла, и все подряд. Знаешь, как будто это ощущение, как будто звук выключен. Так, давай-ка вот так, наверное, сделаем. А сюда атакуем. Фиол, в принципе, фиолетовые никогда, ребята, не отличались офигенной защитой. Но тут почему-то они какие-то сильные. И этот еще громорок, он может же пробафать команду. Ай-яй-яй, чуть-чуть. Все, минус. Ну давай, иди сюда. Понижаем. На-ка. И добиваем. У нас очередной поединок. Ох ты, роза ветров здесь, я смотрю. Я думаю, начнем вот с этих двух. В первую очередь, на разборку. Ну, ты сам понимаешь, синие, они есть синие, быстренько разбираются. Так. Обалдеть. Шторморез вот своим вот этим ударом, который понижает броню, просто наносит колоссальный урон. Вот это плохо. Вот это плохо, что их пробафали. Блин, они сейчас все будут с усиленной атакой. Ай-яй-яй.
Как будем выживать здесь? Поехали. Раз, два. Так, хильнемся. Фига он там шпарит. Парень, ты потише как-то, я не знаю. Один укус, пол хп. Нормально тебе такой расклад? Вырубаем этого. Так, здесь укус. Сейчас кому-то опять достанется. А, все, бафы пропали, ребят. Бафы пропали, так что мы с тобой захиливаемся спокойненько здесь. И уничтожаем кривоклыка. Все, победа. Ну что, друзья, вот и пак вождя. И смотри, какая у нас арена получилась хорошая. Три редких пака. Такое вообще редко было. Если честно, вообще ни разу не было, чтобы три подряд. Ну что, пак вождя, шторморез, злобный змеевик, барс и вепрь. И все. Больше здесь ничего не было. Так, заберем награду, хотя она уже здесь роли особо не играет. 6 часов осталось, скоро закончится все это дело. Вот. Так, здесь мы с тобой нашли. Ну что, друзья, будем закругляться. В ближайшее время я не вижу, чтобы тут какие-то события были. Как только что-то новенькое у нас появится, обязательно продолжим. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.